Говори со мной, слышишь? Пожалуйста, говори. Как бескрылые самолеты падают в Сомали, как в песке утопают голые корабли, отвергнутые волнами, как тебя накрывает его цунами, словно кончиком пальцев электричество по двери, как сначала искрит, а потом нули, как тоска безответная гонит на край земли тех, кто давно уже поселился там, как Господь расставляет фигурки картонные по углам, и не знает никто, сколько клеток счастливых у этой его доски. Нелюбившие любящим станут теперь близки. Чувства мелкие, объятия редки, слова резки, но расстаться значит скользнуть из его руки обнаженным, огромным сердцем в безысходность, на самое ее дно. Там его еще теплым вынут и заменят на крохотное одно. Одиночество, страх будет есть его по ночам, пока страсть ожогами рассыпается по плечам. Страсть, что вначале всегда слепа и с лихвой накрывает тела обоих. Ты лежишь невзаимная и рисуешь печаль свою на обоях. Вот лесочек, вот пруд, вот поляна, вот мамин дом. Ты бежишь ей навстречу, улыбку держа с трудом и всегда остающимся детским для мамы лицом утыкаешься в тоненькую ключицу ее сердце. Об сердце твое стучится, кровь качая и в дочкино, и в свое. Все отхлынет, страхи, вранье, гнилье. Ничего с тобой не случится. Так уходит в холод, болезнь и смог. Так уходит из дома, в котором Бог. Так уходит себя, проклиная. Бог, Бог. Так уходит, когда тебя любят, а ты не смог.